Добрый вечер, дорогие друзья, гости и участники мини-фестиваля «Я ключ». Студия бардовской песни «Школа номер 19» с одноименным фестивалем названием «Ключ» приветствует вас в этом гостеприимном зале. Ведущие сегодняшнего концерта – Алиса Алексеева и Никита Волков. Спасибо, что сегодня, несмотря на будний день, наши участники нашли возможность выйти на сцену, наши зрители поддержать своих родных и друзей и просто познакомиться с творчеством молодых исполнителей. Запаситесь терпением, наш концерт будет большим и разнообразным. Студия бардовской песни «Ключ» при школе номер 19 существует уже 14-й год. Каждый учебный год мы заканчиваем фестивалем «Песни весны». Это встречи, концерты, мастер-классы и вечер «Гитара по кругу». Фестиваль дает нам возможность показать, чему научились за год новички студии, как продвинулись в освоении премудрости сцены старшие ребята. На этот фестиваль мы также приглашаем наших друзей из бардовской студии Иркутска. Но уже несколько лет назад стало понятно, что в формат майского финального фестиваля мы не укладываемся. Желающих и имеющих возможность выйти на сцену становится все больше. Поэтому идея фестиваля выпускников закономерно обрела свое воплощение. В прошлом году такой концерт прошел в библиотеке имени Молчанова Сибирского. А нынче мы расширили идею, пригласили к участию также концертный состав студии. Ребят, у которых большой репертуар и хороший сценический опыт. Некоторые из выпускников студии продолжили петь, выступать и искать себя в разных жанрах. Поэтому сегодня мы намеренно не ограничились авторской песней, а предложили нашим уже известным в Иркутске и за его пределами гостям выступить со своим обычным репертуаром. Может, вы, наши зрители, откроете для себя новых авторов, новые направления. Доброго вам настроения на концерте! Начинает нашу программу самый юный участник студии, но отнюдь не новичок на сцене. К микрофону выходит Тимофей Нартов с песней Юрия Устинова на стихи Владислава Крапивина «Синий краб». Среди черных скал в тени синий краб, он приснился мне во сне. У него 8 лап и огромные клешни, и серебряные звезды на спине. У него 8 лап и огромные клешни, и серебряные звезды на спине. Рыбаки ловят рыб, китобои бьют китов, делом заняты с утра и до утра. Только я с той поры позабыть про все готов, все залив ищу, где водится мой краб. Ну зачем он тебе, этот страшный зверь морской? С ним в беду очень просто угодить. У него ужасный вид, он, наверное, ядовит. Не сварить его, ни в банку посадить. Сто ночей не усну, буду думать все о нем. Буду думать, буду плавать и грустить. Не бы только взглянуть на него одним глазком, просто так посмотреть и отпустить. Не бы только взглянуть на него одним глазком, просто так посмотреть и отпустить. Синий краб, синий краб, он приснился мне во сне. А мы приглашаем на сцену Екатерину Стахорскую. Катя – 5-й год в студии, участник и призер бардовских фестивалей Иркутска и Сибирского региона.
Сегодня в ее исполнении звучит песня «Тамань» Анатолия Киреева. Встречаем! Посидим у костра, негромкую песню споем. Спускается к морю жара, искать отражение свое. Спускается к морю жара, искать отражение свое. О чем ты сейчас замолчал? Не скажешь, зови, не зови. Мечом рассекают причал заблудшие мысли твои. Мечом рассекают причал заблудшие мысли твои. И чайки спешат за кормой, чужие подглядывать сны. И где-то маяк кочевой качается в люльке волны. И где-то маяк кочевой качается в люльке волны. Взымая последнюю дань, шуршит под ногами песок и манит огнями тамань. И запад зовет на восток и манит огнями тамань. И запад зовет на восток. Давай посидим у костра, негромкую песню споем. Спускается к морю жара, искать отражение свое. Спускается к морю жара, искать отражение свое. Екатерина Стахорская завершила свое выступление. Желаем удачи! И встречаем Ангелину Платонову. Уже 3 года Ангелина успешно выступает в составе ансамбля, но сольно решила спеть только в прошлом году. И очень полюбилось творчество новосибирского автора Татьяны Храмовой. Для сегодняшнего концерта Ангелина выбрала песню «Прогулка». Солнцу облака, ты не был в том.
А сейчас встречаем Ксению Новикову, также участницу многих концертов и бардовских программ Иркутска. За 2 года пребывания в студии Ксюша успела побывать на фестивалях в некоторых городах Сибири и даже стать победителем московского фестиваля «Зеленая карета». Сегодня она приготовила для исполнения песню Екатерины Болдыревой «Летчик». Встречаем! Песню Андрея Козловского «Нам хватит». Пока для гостей ни того, ни другого не жалко.
посчитал, нам никто ничего не заплатит. Нам хватит. Нам хватит всего, нам всего понемногу досталось. Коллективному номеру. Встречаем участников ансамбля студии «Ключ». Сейчас прозвучит песня Вадима Егорова «Облака». В репертуаре студии «Ключ» она уже давно. Попробуем взглянуть на нее по-новому. В этом номере приняли участие не только опытные исполнители, а также те, кто впервые пришел в студию в нынешнем учебном году. Не надо.
Сейчас на сцену поднимутся ребята младшей группы. Для многих из них это первый выход на сцену. Впереди еще городской фестиваль «Алый парус». Наш итоговый фестиваль «Песни весны» и много новых песен и открытий. А пока песня Валерия Канера «А все кончается» вместе со старшими ребятами. Но это не значит, что наш концерт ближится к завершению. Встречаем! Кончается, кончается, едва качается природный фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. Поздравляем тех, кто сегодня впервые вышел на сцену. Желаем успехов в дальнейшем творческом пути. Наши зрители, да и ребята концертной группы, расписания которых не пересекаются с малышами, думаю, убедились, что у студии есть продолжение. Удачи вам, ребята! Бывает, студийцы заканчивают школу, но не оставляют наш коллектив своим вниманием, продолжают работать в составе ансамбля и сольно. А приобретенные во время учебы в студии навыки дают возможность пробовать себя в новом качестве. Человек, которого наши зрители знают как исполнителя, сегодня выйдет на сцену со своей песней. Мы надеемся, этот удачный опыт приумножится. Встречайте Александра Белоголова с песней «Снежный гость». Пушистую горсть.
осень сгорает в кострах сентября, и, снемогая от жалости к родине, городу, куда туман как ушла, голые камни в холодной спальне, в темном окне покоренный Кронштадт, красное зарево в небе изранено. Присоединяется Анна Потухтина, студентка музыкального колледжа. Аня немного пишет песни, открыта для нового опыта, сотрудничает с музыкантами. В исполнении дуэта девушек песня Сергея Матвеенко «Кони». Yeah.
Савельеву, Анна Бутухтина продолжает наш концерт. Мы услышим в ее сольном исполнении балладу о детях Большой Медведицы, замечательную песню из кинофильма «Территория». Ее автор Станислав Пожалков и Олег Куваев. Бутухтина. Провожаем аплодисментами. И встречаем коллектив, стремительно набирающий популярность у любителей авторской и эстрадной песни, живой инструментальной музыки. Встречаем дуэт «Адастра». Выпускник нашей студии Леонид Волков, студент Иркутского государственного аграрного университета, факультета биотехнологии и ветеринарной медицины. А также Леонид, руководитель отделения эстрадного вокала Центра творческого развития родного вуза. С ним вместе на сцене Ева Адамова, студентка музыкального колледжа имени Шопена. Встречаем! Дуэт «Адастра» приветствует вас. Пойдем по нашей классике.
я без тебя. Сейчас на сцену ко мне присоединяется Никита Волков, мой брат. Мы с ним немножко поэкспериментируем. Тебе шепну, признайтесь, граф, в том, что ваш друг в ту ночь был прав. Когда вдыхая правды я от вас не отдаю. Все как-то странно, сердцу, друг мой, не прикажешь, сам себя порой не узнаю, не узнаю. Снова волки воют на углу. Мое сердце накопило сотни признаков, что я люблю девушку эту. Все, что между нами было, и у бездны вспомню на краю. Я не шучу. Париж домой. Снова волки воют на луну. Возвращение верю как мечту. Спасибо большое. С вами был Никита Волков и дуэт от Дастра. Следующая участница нашего концерта пришла когда-то в студию пятиклассницы и радовала своим творчеством и успехами долгие годы. Сейчас Юлия Беломестных завершает обучение в Международном институте экономики и лингвистики ИГУ и начинает преподавать китайский язык. Большое спасибо, Юля, что гитара нашла прочное место в твоей жизни, а ты нашла время сегодня прийти к нам. В сфере творческого внимания Юли эстрадные песни, а также зарубежный и русский рок. Для сегодняшнего концерта она выбрала песни группы «Сплин». Всем добрый вечер, безумно рада присутствовать здесь сегодня. Мне еще
сужая зрачки на рубеже этих сумрачных тысячелетий. Погодла в воде на дрейфующей льдине, ждут рыбаки, но так пой мне еще, что я могу изменить, направляемый собственной тенью. Давным-давно предупрежденный о том, что начиная обратный отсчет, любой имеющий в доме ружье приравнивается к Курту Кобейну. Любой умеющий читать между строк обречен иметь в доме ружье. Пой мне еще, я просто знаю, что в последний момент, когда тебе никто не поверит, прохожий на остановке возьмет и укроет тебя под плащом. Дома задрожат при появлении трамвая, и когда откроются двери, пой мне еще. Пой мне еще. Пой мне еще. Пой мне еще. Замечательно, что следующий участник нашел в своем плотном графике время для нашего концерта. Он завершает учебу в медицинском колледже, проходит практику и готовится к поступлению в медицинский университет. Зрители наших концертов, а также других бард-рок программ и фестивалей в нашем городе всегда ему рады. Итак, встречаем. Автор-исполнитель Никита Панов. На самом деле, я много чего хотел бы вам спеть. Но, к сожалению, учеба действительно очень тяжелая, и репертуар поэтому у меня достаточно узкий сегодня. Радость моя, не плачь, слезы свои утри. Утром живой палач выжжет нас изнутри, и под немым дождем скажет, ломай перо, ведь жизнь — это лишь вокзал, а смерть — это лишь перрон. Пока не сошли с ума, ты, радость моя, пойми, мой город стал слишком мал, и тонет огромный мир, а под проливным дождем все пропадет само. Мой поезд стоит и ждет, чтоб нас увезти домой. Какая глупая жизнь, когда стакан на столе. Я очень сильно устал, я прожил 300 лет. Сегодня все как вчера, все та же злая игра. Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби. Люби свой Дальний Восток, люби Урал и Сибирь. Лети во тьму и на свет, туда, где нас больше нет. Радость моя, очнись, жизнь — это только сон. Слышишь, в смурной ночи крутится колесо, а я допою куплет, и сдвинутся полюса. Радость моя, привет, встречная полоса. Туда, где нас больше нет.
моя, не плачь, слезы свои утри. Я бы на самом деле хотел спеть вместе с вами. Это желание, я думаю, сейчас исполнится, потому что то, что я спою, думаю, знает практически каждый из наших студийцев, но, по крайней мере, должен знать. Недавно окончила магистратуру, работает на телевидении, занимается организацией интеллектуальных игр, музыкальных квизов у нас в городе. Английский язык был всегда предметом любви и гордости Анастасии. Неудивительно, что песни на этом языке составляют значительную часть репертуара группы. Всем добрый вечер. Мы коллектив Country Road. Исполняем исключительно каверы. До своего материала мы еще не доросли. Исполним мы пару песен. Самая более-менее известная из нашего репертуара песня из кинофильма «От заката до рассвета».
After Dark. Называется в честь американской классической композиции. Собственно, мы ее следующей исполним. Country Road. Around you.
I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Спасибо большое. А сейчас на сцену поднимется человек, без которого не получилось бы сегодняшнего фестиваля, который задумал и создал студию бардовской песни «Ключ». Встречаем руководителя нашего коллектива, автора-исполнителя Екатерину Барановскую. Дорогие друзья, добрый вечер. Я вам очень рада. И замечательно, что мы осваиваем новое пространство. У нас никогда не было концертов в таком зале. Это наша родная школа. Мы выступаем, конечно, для сводных концертов, каких-то общих, на школьных мероприятиях. Это тоже было познавательно и интересно. Но вот сегодня мы впервые решились на концерт нашей студии. В мае у нас будет вечер «Песни весны», потому что у нас многие ребята готовы выступать, многие готовы на сцену выйти в первый, может быть, там во второй раз. Но, то есть это не только та концертная группа, которая сегодня была. Я надеюсь, что вы нас будете поддерживать и приходить. Спасибо большое родителям, спасибо друзьям, которые пришли сегодня и посещают наши концерты. И даже вот родителям выпускников, которые сегодня тоже вместе с нами. Замечательно. Песня называется «Слово». Поверхности немого листа разгребаются круги широки. Сквозь отчаянье удушливый жар продирается и делает шаг, спотыкаясь и спеша. Некрещенная душа, бестелесный, бесполезнейший дар. Слово, святое ничто, необжитый чертог тайны. Слово, чаша правды и лжи. Так куда положить камень? Пустотою рождены имена, и от века всяк своим дорожит. Растеряла голоса тишина. Забери по нотам, судьбы сложи. Не иллюзия, не дым, дай Господь. Утекает неуверенный страх. И в годах, и городах умира на устах. Обретает и значение, и плоть. Пригласить на сцену человека, который сегодня весь вечер работал для нас, для всех. Он работал в будке звукооператора, делал нам хороший звук, надеюсь. И он с тех самых пор, вот как только студия у нас появилась в 2005 году, он с нами, он на сцене и как исполнитель, как звукорежиссер, как вообще группа поддержки, можно сказать. Андрей Карташов поднимается на эту сцену.
Когда-то появилось вот, в 2005-2006 у нас творческое объединение «Чет-не-чет». И была эта команда, которая пела соло дуэтом втроем, вчетвером. Я тогда тоже с ними пела. Это Андрей Карташов, Алена Васильева и Наталья Подсосонная. А сейчас Наталья Малочкина, Наталья Мягче. Она должна была быть сегодня, но заболела и передавала большой привет. Так что аплодисменты этому человеку. Мы ее помним, любим и поем ее песни. Когда мы искали песни, ну, конечно, у нас две песни с Никитой Пановым, две песни с Андрюшей Карташовым, вообще так потихонечку. А одна из них выручает, наверное, самые трогательные моменты – Владимир Ландсберг. Встречайте бурными аплодисментами. Еще одна песня, которая нас тоже выручает. И ее уже спело не одно поколение. В студии, я надеюсь, вы подпоете. Александр Гейнс, Сергей Данилов. На сцене Алена Васильева и Андрей Карташов. Летит седой метелью время по следам.
шум листвы на заре, это ты, ты поверена жизнь. Ну и пусть проходят годы хороводом дней и дат, летит седой метелью время по следам. Приближаемся к финалу нашего концерта. Мне бы хотелось, чтобы сюда на сцену поднялись участники сегодняшнего концерта, старший состав студии, выпускники и те студийцы, которые есть сегодня в зале. Может быть, студийцы разных лет, выпускники студии. Приходите к нам на сцену. Большое спасибо всем, кто все эти годы с нами был, учился. Слушал нас на концертах, вот видите, нас сколько много. Родителям, нашим звукорежиссерам, нашим советчикам. И у нас есть человек, который сегодня мог бы выйти на сцену, мне бы хотелось сказать о ней отдельно. Это Софья Коцелябина, наш замечательный фотограф. Аплодисменты ей отдельные, да. Человек, который снимает сегодня весь этот вечер. Петр Поддубный, наш друг уже несколько лет, спасибо ему большое. Ну и спасибо школе 19, что она у нас такая есть. Разбросались слова, словно семечки серые пернаты. И теперь бессловесной гортанью мы можем легко надышаться друг другом, это птичьи права. Замечательных зрителей. Творческая весна в самом разгаре. Прежде чем попрощаться, приглашаем вас на гала-концерт 3-го детского городского фестиваля авторской песни «Алый парус», который состоится в библиотеке имени Валентина Распутина 21 апреля, в воскресенье, в 2 часа дня. Студия «Ключ» участвует в нем и, конечно, очень нуждается в самых чутких и понимающих слушателях. Огромное вам спасибо!
спасибо, что были с нами в этот вечер. За веру в творчество и поддержку друзей и близких. Всего вам доброго. До новых встреч.